Хайрли кеш, хурматлы ватандашлар. Добрый вечер, дорогие татарстанцы. Наступает новый 2024 год. В этот вечер мы по традиции собираемся в кругу родных и близких. Подводим итоги и строим планы на будущее. Каждый из нас надеется на добрые перемены. Яңа йыл өмітләр байрамы. Ол бәхетле мезгілләр белән тулы. Решением президента нашей страны наступающий год объявлен годом семьи. Семья – самое дорогое, что есть у каждого человека. Гаиләдә тәрбия нигезләре салына. Өлкәннәрне хөрмәт итү, яшьләргә булышу. Туган тілне сақлау. Особые надежды на Новый год возлагают семьи наших военнослужащих. Они с волнением ждут возвращения своих сыновей, отцов и мужей. Мы искренне благодарны нашим ребятам за мужество и героизм. Дорогие друзья, в Новом году желаю вам и вашим семьям мира, добра, крепкого здоровья и благополучия. Сізге зур уңышлар тілім, бәхетле һәм сәләмәт булығыз, яңа йыл белән. С новым 2024 годом!